Всем привет! Сегодня история про то, как я мопед чинил. Ну, не совсем чинил, не совсем мопед. Это Иж-планета, плохарик мой. И не чинил я его вовсе, а просто обслужил. Немножко изменил его внешний вид. На свое усмотрение, на усмотрение своего видения прекрасного. Прекрасного или там. Или не прекрасного. Вкратце расскажу, что сделал. Снял с него обтекатель, яовский щиток приборов. Что-то я еще с него снял. А, вот защиту рук снял. Ну и вот. А, бензобак снял. Снял бензобак. Пятерочный переходной. Ижевский, юпитерский. Поставил четверочный. Перекрасил панель приборов, четверочная фара ижевская, была яовская. Присоединил спидометр, теперь он у меня будет работать. Обслужил тормоза, карбюратор помыл, почистил, воздухан помыл, почистил. Все это было с разборкой. Ну, с бензобаком тоже было там мытье бензобака. Замена краника. В общем, самое главное, забыл сказать. Я покрасил заднее колесо. Серебристый цвет. Вот так вот теперь красиво тут все. Снимаем с подставок, откидываем, включаем. Тут главное, чтобы было включено, а не выключено. Такие вот пироги с котятами. Ну, может быть, небольшой продубас. Вот он ждет фотосессию. Вот теперь на снежке тут примерно передается цвет бензобака и бардачков. Пока я его ставил на подножку, он взял и упал. Минус стекло поворотника. Это я уже поставил. Вот так вот. В общем, нормально получилось все. Вроде как. Сейчас поедем, катанем. Thank you.
мотоцикл прям приятен стал из-за цвета. О, только сейчас обратил внимание, что работает спидометр. Нифига себе, спидометр работает. Всем спасибо, всем пока. Ай-яй-яй.